Редакция поздравляет. Александр Лисицейн отмечает свой день рождения. Сегодня день рождения Александра Ивановича Лисицына, заместителя главного редактора московского комсомольца, журнала «Охота и рыбалка. 21 век» и российской охотничьей газеты. Объединенная редакция печатных изданий и портала «Охотники». Ругорячо поздравляет Александра Ивановича с праздником. Желает ему долгих лет удачной охоты, здоровья и творческого успеха. Ни пуха, ни пера. Вся такая доступная. На Сахалине торгуют камбалой по 90 рублей. Сахалинцы сейчас имеют возможность купить свежевыловленную рыбу по очень низкой цене. В Сахалинской области продолжают реализовывать населению в рамках программы «Доступная рыба камбалу» по цене не выше 97 рублей за килограмм. В администрации Южно-Сахалинска называют адреса торговых точек, где рыба будет в наличии именно по такой цене. Это ТЦ «Янтарь» и магазин «Остров Сахалин», пишет ИААСТФ. Читайте также: «Самая доступная рыба. Сахалинцам раздают бесплатно горбушу на Итурупе. Местным жителям бесплатно раздали свежий улов горбуши. Балтийское море в будущем лишится трески и камбалы из-за китов и акул».